Всем привет! Ну что, ребята, сегодня у нас на обзоре будет игра Truck Simulator Pro. Это, ребята, вторая часть, которая стоит реальных денег в плеймаркете. Но у нас она, ребята, бесплатная, и вы скачаете тоже бесплатно по ссылке в описании. Также, ребята, естественно, читал комментарии под этой игрой в плеймаркете, и очень много людей, в принципе, недовольны этой игрой. Типа, за что я заплатил деньги, нет оптимизации, игра у меня зависает и все прочее. Поэтому я решил все-таки заснять ее на обзоре, чтобы вам, в принципе, показать. Ну, если вдруг игра вам понравится, то, в принципе, скачивайте по ссылке в описании. Ну, а так, в принципе, неплохой симулятор, как бы, вождения грузовика, да. Ну, в общем, сейчас посмотрим, ребята. Графика довольно-таки тоже неплохая, так что все-таки погнали. Вид камеры, ребята, давайте настроим за рулем. Это самый такой крутой, и больше, в принципе, здесь нету ничего, да. Только как-то он руль непонятно поворачивает, как-то это все так непонятно... Как-то, знаете, ну, в общем, это, неважно, ладно, поехали. Я думаю, сейчас, ребята, я выполнять ничего не буду, а просто покатаемся, посмотрим сам этот геймплей игры, да, в принципе, все. А если игра понравится, ребята, просто тупо ее скачаете и сами уже будете приходить, если что. Ну что, ребята, смотрите, также имеется большая довольно-таки здесь карта. На карте я вижу, что там есть какие-то там прямобасики, например, вон заправка я вижу, да, какие-то города другие, все, ребята, прочее, да. Ну что, поехали на заправку, посмотрим, как это будет сейчас выглядеть. Также, ребята, ну, естественно, поворотники, сигналы, все-все-все, естественно, это, ребята, имеется. Так, заезжаем, конечно же, на эту заправочку, посмотрим, как это сейчас все будет выглядеть. Так, а, вот, ребята, даже показывается стрелочка, да? Так, давайте, так, вот так, вот так, все, все, что дальше? Так, а, вот, ребята, здесь мы выбираем, сколько мы должны, в принципе, заправить, да? Или что? Или что? А, вот. Да, вот, ты не заправляешься, а? Что надо сделать? На, иди нафиг. Короче, все, мы заправились вроде. Нет, ребята, мы не заправились. Ну, вроде у меня есть бензин, так что я поеду. Так, так, погнали. Так, я еду, уйди, все, погнали. Да, как... Да, вот так это, в принципе, все выглядит. Естественно, я что-то не такое, в принципе, ожидал от платного симулятора этого, да, я что-то ожидал, в принципе, крутого. Все-таки разработчики просят за него деньги, а за что просят деньги, то, естественно, спрос как бы большой. Ну, не с этой, ребята, игрой. Возможно, здесь есть какой-то интересный, в принципе, я думаю, сюжет, либо что-то еще, да, но играя вот сейчас вот несколько минут, я как-то, блин, ну не знаю... Неудовлетворен, как бы, этой игрой, ребята. Но это все-таки тоже чисто мое мнение. У каждого свое, ребята, мнение. Поэтому, естественно, ссылка будет в описании. Также, ребята, посмотрите сами. Ну, я думаю, ребята, это что? Это все. Да, и всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.